В администрации города состоялось заседание Совета лидеров молодежных общественных организаций и образовательных учреждений. Подобная встреча состоялась впервые. На ней активисты различных движений должны были наметить список вопросов, которые можно решить совместными усилиями. Посетил совещание и глава города Сергей Бердников. В начале заседания глава обсудил ситуацию в городе в целом. Он отметил, что Магнитогорск, несмотря ни на что, становится все более комфортным. Много сил уделяется благоустройству, улицы становятся чище и зеленее. И в будущем это должно отразиться и на привлекательности Магнитки для молодежи. Сергей Бердников отметил, поводы для переезда в другие города не всегда объективны. Можно быть успешным и востребованным и в Магнитогорске. У собравшихся молодежных лидеров сфера влияния весьма обширна, отметил градоначальник. И с их помощью городская власть может наладить более тесный и продуктивный контакт с молодым поколением. И совместными усилиями решить подавляющее большинство проблем. В администрации она как раз и на той же стороне баррикады, где и жители. А по другую сторону баррикады наши проблемы. Городские проблемы страны, которые нужно решать. Поэтому мы тут должны дополнять друг друга. И совершенно точно мы вот сегодня приняли решение, что по сути вот вы все будете являться, в общем-то, работниками администрации практически, ну, понятно, на общественных началах. После выступления главы города наступила торжественная часть. Сергей Бердников вручил удостоверение лидеров молодежных общественных организаций и образовательных учреждений.